Всем привет! Многие меня спрашивают, что за медицинское образование, что за медицинские курсы и какие документы мы выдаем. Хочу поделиться новостями, если кто не знает. Я получила аккредитацию, и мои преподаватели, кто работает со мной, это Алуев Александр, Муравьева Мария и, собственно, я, Гуз Антонина, мы являемся аккредитованными преподавателями. Лицензию на организацию, выдавшую нам аккредитацию, можно проверить на сайте Роспотребнадзора, то есть все официально. Все мои программы обучающие аккредитованы по медицинской косметологии и инъекционной косметологии. То есть данные документы, дипломы, сертификаты, они являются официальными и заносятся в реестр. Дальше, что вам хочу рассказать? Показать хочу, какие у меня дипломы, какие курсы. Да? Дипломы мы выдаем в теории за любой курс можем, но основа у нас – это медицинские курсы и инъекционная косметология. Вот такой синенький диплом – это за медицинский курс. Медицинская косметология называется. Туда входит первая помощь для косметолога, анатомия косметолога, осложнения, побочные эффекты. Ну, вот это вся медицинская тематика, которая может в вашей деятельности встречаться в косметологии. Вот это весь курс про это. Курс отправляем мы по электронной почте, а диплом отправляем Почтой России заказным письмом. То есть вы его получите на руки вот в таком вот виде. Что у нас тут внутри? Да, это диплом со специальным вкладышем, где у вас есть голограмма с номером индивидуальным, индивидуальный номер, который в реестре. Дальше дата, ваше имя, фамилия, отчество, обучающий центр Top Level Cosmetology и медицинская косметология, то есть это специализация, по которой вы прошли повышение квалификации. То есть диплом по медицинской косметологии – это не диплом о высшем образовании, это диплом о профессиональной переподготовке. И если вы работаете без высшего медицинского образования, то лучше, чтобы он у вас был, чем его у вас не было. То есть в случае каких-то проверок это официальный документ, то есть он реально, это не какая-то там бумажка, да, это серьезная вещь, и лучше, чтобы она у вас была, чем вот у вас ничего совсем не было. И также вы в глазах своих клиентов обретаете некий статус, профессионализм, ну и уверенность, да, в том, что вы тот человек, за кого вы себя выдаете, и вы надежный. А дальше есть красненький дипломчик, это по инъекционной косметологии. В инъекционную косметологию входят 6 курсов. Это мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, бьютификация губ, профиль Джоли и ботокс. То есть все эти курсы вам отправляются на электронную почту. Там видеоуроки, схемы, материалы, презентации, протоколы процедур. И вот такой вот дипломчик о профессиональной переподготовке по инъекционной косметологии. То есть он точно так же защищен голограммой. Здесь печати, подписи, даты. Вот так вот он красиво выглядит. То есть тоже как повышение квалификации, как вот документ, подтверждающий легальность вашей деятельности. Он просто волшебен и идеален. Ну и сертификат выглядит вот таким образом. Когда он в золотой рамке со стеклом, он вообще офигенно смотрится. К сожалению, я к съемке не успела подготовить рамочку, и вот показываю, как он выглядит, как бумажка, да? У него 2 голограммы. Это центральная золотая Top Level Cosmetology, наш логотип. Здесь защищенный знак водяной. И дальше ваше имя, фамилия, все напечатано. В данном случае это сертификат по инъекционной косметологии. С печатью, с подписью, все это живое, то есть все это делается от руки, то есть это не распечатывается на принтере, и бумага тоже специальная для сертификатов, то есть это не печать.
Это настоящий документ, настоящая бумага. Вот такой сертификат вы можете получить по любому курсу. Он стоит 5000 рублей как дополнение. То есть в обычных курсах вы получаете другие сертификаты, они обычных образцов, обычная печать, да. И если это дистанционный курс, то на электронную почту. Вот. А вот этот сертификат мы его всегда даем только в распечатанном виде. Если даже вы прошли курс дистанционно, вы можете за 5000 рублей заказать себе такой сертификат, и мы его отправим вам по почте заказным письмом. Вы его получите вот с такими голограммами, с живыми печатями, с живыми подписями. Поставите в красивую золотистую рамочку и повесите на свою стенку, как самый значимый в вашей жизни пройденный курс. Вот. Так что всем удачи в обучении, всех жду на курсах, получайте дипломы, повышайте квалификацию, я вам буду с радостью в этом помогать.